Историки обычно находят много общего в методах Сталина и Гитлера, но это были совершенно разные натуры. Сталин полагал, что фюрер так же расчетлив, как и он сам. Но в Гитлере не было ничего от сталинского холодного прагматизма. Фюрер буквально грезил наяву. Мечты о Великой Германской империи, от Ла-Манша до Урала, были столь же реальны для него, как и создание нового сверхчеловека. Гитлер требовал верить ему безоглядно. Повторял, что со скептиками невозможно завоевать мир, с ними нельзя штурмовать ни небеса, ни государство. Он говорил, не надо приспосабливаться к обстоятельствам, обстоятельства нужно приспосабливать к своим требованиям.